каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Предельно просты. На нас лекарство, на вас контроль прессы. Мы свою часть выполнили. И где это ваше лекарство? Детей вырывают из рук матерей, люди пропадают. Даже у моих возможностей есть предел. Людям нужны ответы. Я дам вам кое-что получше. Запуск адаптоидов непременно всех отвлечет. А потом... Нет никаких доказательств, что ваше лекарство работает. Все чаще начинает звучать слово «террорист». Результат будет, сенатор. Я более чем полагаюсь на способности доктора Рапачини. Что из этого было ложью? Действие газа по-прежнему краткосрочно. И без моей формулы, дающей им жизнь, этот газ... Убивает, а не спасает. Благодаря газу у нас есть адаптоид. А формула спасла тебе жизнь. Понять бы процессы в организме нелюдей. Я могла бы обратить их вспять. Мы столько сможем достичь. У нас довольно сил, чтобы построить армию. Пора списать убытки. Довольно. Что я делаю? Я же не люблю детей. Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь Геймс, меня зовут Дима. Продолжаю проходить игровому сателлю Марвел. У нас прошла 12-я часть игры под названием «Прекрасная Черная Вдова». Круто, Наташа вернулась. И как ждал я ее, я очень сильно долго очень ждал ее возвращения. Она очень крутая, реально супер-супер крутая. Я желаю всем приятного просмотра. По идее, тех коридор ведет к лаборатории Моники. Вероятно, Камон. Вау, Наташа просто супер-супер. Она просто реально бомбическая, блин, да. Перчатки, ого! Ну-ка, давай, Наташа, посмотрим, что-то мы можем тебе улучшить. Какая она крутая, да? Какой она прикольный столько стала. Блин, мне очень нравится она. Наташа просто крутая, так. Ага, понял все. Так, внешний вид, ну-ка давай внешний вид. Вау, нифига себе! Какой же костюм получше будет? Такой или такой? Ха-ха. Давайте с таким костюмчиком походим, а? Классический костюм, стелс-костюм. Эпический костюм, извините. Так, добивание. Ого, нифига себе, супер прием. А, всегда дело... Все дело в мышечной памяти. Ха-ха, не массе, а памяти, блин, представляете? А? Мышечной. Так, ладненько, что мы можем тебе апнуть, моя Наташа? Ой, блин, а, получается у нас защита плюс 12, ближний бой минус, а. Не катит. Я вот думаю, знаете, что вот мне самое главное интересно? Какой же мне внешний вид оставить? Такую? Вот такую обычную черную вдову? Или вот такую черную вдову? Блин, даже не знаю. Ну, короче, посмотрим на нее.
Ага, она какая-то, знаете, вызывающая, облегающий костюм на самом деле, а? Именно дальше. Поэтому я думаю, все же... Ладненько, давайте с этим будем костюмчики походим. Сейчас... Подождите, извините. Ладно. Я понял, понял, Наташа, извини, прости меня, пожалуйста, но я быстро хочу проверить тот костюм. Просто он слишком вызывающий, а? Так, а вот этот. Получается классический костюм. Ну, в принципе, неплохой костюм, а за следующую серию тот костюм поиспользуем, а? Он очень вызывающий, правда, а? Погнали! Опачи, так куда нам вообще идти надо, а? Опа-опа, ой, нам лучше что-нибудь попадаться, а? Мы же хотим незаметно попасть, получается, да? Надо придумать, как обойти систему. Ага, используйте терминал, чтобы снять защиту за потоком механизма. Окей, окей. Так. Они так и не поменяли админский код, который я установила в том году. Растяпы. Вау, взаимодействие в ближнем бою. Понял, понял, Наташа, тебя. Давай попробуем. Ай. Ну, в принципе, все оказалось легко. Я думал, будет трудно. Ага, а значит, дверь номер два. Подвигайтесь по нижним уровням тюрьмы. Окей, окей. Блин, как же мне нравится она. Всем спасибо вам за просмотр. Реально, огромное вам всем спасибо за ваши комментарии, лайки и подписку. Я вас очень люблю. Так. Адаптует. Впервые в жизни его вижу. Ого. Он собирает здесь армию. О, сколько тут адаптоидов? Блин, да тут целая реально армия, нифига себе. Их очень-очень много, посмотрите. Офигеть. Да, не зря мстители вернулись, а. Да, уж не второго там реально большую армию собрала. Тех адаптоидов, а. Такие еще большие такие, явно на умные гады, а. Так, куда нам дойти вообще? Подожди, может комикс найдем. Опа! Что там новенькое нашли, походу? Так, что мы нашли? Ну блин, ничего мы, по сути говоря, не нашли, поэтому так оставим, а. Извините. Так. Опа. Ух ты, лаборатория Моники. Да, вот Моника это счета стерва, а? Думаю, Наташа ей пендель устроит. Кузькину мать. Как говорится. Моника, куда нам надо... Куда на самом деле нам надо идти? Так. Подожди. Ага, все, пошли. Главная лаборатория. Я помню, наша цель главное спасти Камалу. Как Даша узнала, где она тут? Твою мать. Надеюсь, это не наша девочка Моника. Вау. Надо попасть туда. Даша, зачем ты выключил маскировку? Не проще включить ее они обратно покидают здание. И пойти. Так. Найти способ побраться в лаборатории Моники. Окей, окей. Наташа, включи обратно маскировку, а? Там же спалят. Так, зависание теней. Какая кнопка получается? А какая кнопка? Тут не написано. Ё-моё. А, фу. А, 8 секунд зависание теней. 5, 4, 3. Вау, мы справились. А я рассчитывала на хорошую драку. Ничего, ничего, Наташа, все будет, все впереди. Итак, куда же нам идти? Я понял, что наша цель попасть в лабораторию и спасти Камалу, но может мы спасем больше других людей?
Опачи. Ну, я понял, то же самое. Сим-сим, откройся. Так, подождите. Сейчас я быстренько. Во, все, специально надо было сделать скрин. Вау, ящик. Опа-опа, жилет. Может быть, он хоть будет улучшенный, а? Или такой же слабенький, а? Блин, Наташа просто сногсшибательно выглядит, а? Реально класс. Если бы это Скарлетт Йоханссон, так я вообще бы просто с кайфом бы за нее бы поиграл бы, а? Вау, вот это мы оденем. Вот это мы апнем. Ну-ка, ну-ка. Так, получается у нас... Опа, можно прирост сделать. Ха-ха, видите, как получается, опа. Все, у меня уже класс. А это мы... А, все равно плюс им дается, да? Могущество, ладно, сломаю. Вау, блин, видите, как... Реально, если бы это Скарлетт Йоханссон, я вообще с кайфом поиграл бы. Я думаю, многие бы с большим удовольствием поиграли бы, а? Не, она и так классная, черная дова. Ну... Блин, это... Я не могу ни слов. Так, ладненько, куда мы идем? Ага, ага. Точно, нужно туда идти было. Кабинет Моники. Тук-тук, есть кто? А вот и ты. Взаимодействие в дальнем бою. Понял, понял. Похоже, они охраняют что-то важное. Походу, да, Наташа. Так, поберитесь в лаборатории Моники через ее кабинет. О. Здесь мило. Теперь мы знаем, кто за всем стоит. Ого, сколько тут не людей. Сколько тут людей не похитили. Их очень-очень много. Посмотрите. Нифига себе, да список просто большой. Офигеть, сколько людей в камере. Не надо их спасти, если будет возможность, надо будет их реально спасти. Офигеть! На них всякие опыты проводили, очень жалко их, правда, а? Это крутая игрушка. База с известными способностями нелюдей. Ваим уже изучили тысячи. Сколько же тут заключенных? Да, Наташа, тут их очень-очень много. Вау, блин. Какая же такое? Годы работы под прикрытием, а в командный центр АИМ меня приводит девочка из Джерси-Сити. Да уж. Бывает, бывает, Наташа. Но все-таки попробуем тот костюмчик, а? Все-таки мне так понравился, хотя он очень вызывающий, а? Честное слово. Ух ты! Вау! Ну это мы захотим потом. А давайте послушаем. И хотя мы никогда не забудем трагедию, случившуюся в День Мстителей, нужно признать, что перед нами открылась удивительная возможность широкомасштабного исследования влияния Терригена на людей. Терриген немедленно вступает в реакцию с водой, создавая мелкодисперсный туман. У определенной группы людей этот туман вызвал глубокую трансформацию. Нам удалось выделить у этих людей общую митохондриальную ДНК. На данный момент только группа под названием «Нелюди» вошла после контакта в терригенезис. Мы проводим более тщательное изучение нелюдей. Но уже сейчас можно сказать, что результаты будут одновременно и восхитительными, и тревожными. Генетические отклонения одинаково проявляются у географически разных групп. Я повысила статус секретности этого отчета, однако следует признать, кто-то или что-то сделало это с нами намеренно. Ясненько, ясненько. А им удалось собрать достаточно вибраниума для продолжения исследований квантовой причинности. Если результаты ранних тестов верны, то нам, возможно, удастся переписать концепцию линейного времени еще до конца этого десятилетия. Но скоро нам нужна будет новая поставка. Я уже связалась с правительством Ваканды. Благо, должность мне это позволяет. Но, думаю, на многое рассчитывать не стоит. Нам понадобится больше, чем они захотят отдать. Тарлтон продолжает вести себя так, будто моя публичность для меня в радость, а не в тягость. До Дня Мстителей я делала вид, что обижена на Тони и Мстителей так же, как он. Эта фальшивая тяга к славе и почестям стала нашей связью. Как будто я оказалась на этом месте по воле случая. Людям нравится думать, что они желают одного и того же.
И дальше все движется по инерции. Немного подсказать здесь, чуть-чуть убедить тут. Дальше они сделают все сами. Убежденные, будто действуют только по своей воле. Люди порой так примитивны. Да уж, ну Моника чистая стерва. Вау, уже 3 комикса. 6% я нашел комикса по Мисс Марвел. Вау. Супер. Блин. Да. Камала прикольная девчонка. Так, что мы еще там нашли? Эвакуировать Химеру. Это не учебная тревога. Начать эвакуацию немедленно. Мы отслеживали передвижение Халка по штату с прошлой ночи. И теперь на 82% уверены, что он направляется к вам. Бог знает, как и зачем он отыскал это место. У вас есть около 17 минут до его появления, в зависимости от того, насколько хорошо он ориентируется в каньонах. Знаю, я много говорила о том, как ценна для нас Химера, но ваши жизни дороже. Мы не знаем, в каком сейчас состоянии Халк, но для него крайне необычно так долго путешествовать в этой форме, так что вряд ли он поведет себя разумно. Хватайте вещи и садитесь в аварийный транспорт. Это временно. Когда Халк уйдет или когда вернется Беннер, мы продолжим ремонтные работы. Это вопрос времени. Мы заставим Химеру взлететь. Это всего лишь задержка. Берегите себя. Да уж, это помню эту встречу Камалы первой и Брюса, а именно Халка. Это было вообще просто эпично. Так, снаряжение. Что там мы еще нашли? Вроде бы ничего. А, навыки. Ну-ка. Или нет? Так я не понял, снаряжение или навыки. А, все. Вот, я забыл этот камушек поставить совершенно точно. Ладненько. Я хотел внешний вид, а. Вот это как-то прикольный костюмчик такой, а. Ну, очень-очень классный на самом деле. Хоть, правда, очень вызывающий, а. Но, тем не менее. Да пойдемте. Адаптоидов финансирует государство. Роботы вместо солдат. Эти кретины сами оплачивают военный переворот. Какую же Наташа нам информацию... Реально, блин. Она супер шпионка, а? И супер женщина. Типичная дверь лаборатории суперзлодея. Ха-ха. Верно подмечено, Наташа. Лаборатория Моники. Надо узнать, где держат девочку. Да, надо срочно спасти ее, иначе мы можем не успеть. Сколько ж тут всяких прибамбасов, блин. Что было бы, если бы в лаборатории где бы... Где панель управления камерами? Да. Попытаюсь открыть журнал данных. Давай. Даша, что было бы, если бы там лаборатория перенажала бы Тони Старку и Брюса, а я не думаю... Они бы таких бы прибамбасов бы наделали бы, а? Просто вообще, я не представляю, но думаю, они бы во благо все делали бы, а не как эти ублюдки Моника и Тарлтон. Ты о чем вообще думала? Сидела бы тихо. Конечно. Ладно. И где ты? Темный Терриген, твои лекарства не работают, Моника. Тебе нужны ее силы. Она чуть живая. Ты больше не ищешь лекарства. Формула поддерживает жизнь нелюдях, пока ты копируешь их силы. Это предлог для продолжения экспериментов. Сбор суперсил для адаптоидов. Надо найти Камалу. Ну что же. Чувствую, сейчас будет очень-очень жарко. Нифига себе, какой он большой. Ого, так, жало взовы. Ага, понял. Что-то новое.
Вау. Вряд ли мы сможем договориться. Даже приятнее, чем я думала. Ё-моё! Сволочь, блин, а? Может нас убить даже, а? Ёшкин. Ладно, он же наше движение копирует, хотя чему удивляться, а? Или это не он? А, нет, походу это пока еще не он. Так что теперь, а? Есть, ей, бейба. Протокол деконтаминации. Класс. Надо выключить газ. Работает. Да откуда же вы беретесь, а? Да чтоб тебя. Надо подойти, да, походу. Ё! Сори, сори, простите, я не думал, что это я погибну. Я понял, что там газ, но я не думал. Я думал, что можно подойти. Оказалось, не так. Сори, честно, извините. Блин, опять жалоб. Да ладно, короче, еще раз его победил. Что-то новое. Вряд ли мы сможем договориться. Ты ваш мы пустые победили, Тумайс. Только еще раз жалоб да вынято использовать. Она очень-очень эффективная. Друзей. Не сосчитать, сколько раз мне хотелось начистить вам рыло. Это даже приятнее, чем я думала. Да, Наташа, ничего слова, очень тачно. Ты ёпая сатая. Да что? Хоть бы раз пошел так, что я не помню бы, а? Честное слово. Я понял, понял уже. Что-то новое. Вряд ли мы сможем договориться. Жалоб, да вы, это просто шикарное оружие. Не отрывайся от друзей. Не сосчитайте, сколько раз мне хотелось начистить вам рот. Это даже приятнее, чем я думала. Протокол деконтаминации. Класс, надо выключить газ. Работает.
Так, пока мы все делаем правильно. Банан по не попасть. Танцы на газ. Вау. С газом разобралась. Считаем это компенсацией за посещение заседаний. Да, Наташа, хорошо. Ого, да ты ж какого... А шпиона вы так и не вычислили. Ага, фу, позор вам, фу. Да ты ж сука такая. Если бы не он, бы достал меня, честное слово, этот упырь меня достал уже. Бунта. Да, уж крутая пушка, ничего не скажешь. Да, доставай, да, тоже уже. Где, все. Блин, тут это... Бунт, охрен. Достал меня уже. Да что ж такое-то, ну почему, почему? Ну, бывает такая фигня. Ну, блин, не хочется погибать, но реально не хочется. И ты опять заново бездыхаешь, а? Дорого ли обойдется, а им наша схватка? Надеюсь, что очень дорого. Иначе будет печально, а? Если ты сделаешь его. Все потери! Вау! Нифига себе, я новый эмблем получил. Я тут достал, ух ты! Опа! Е, бейба! Круто, прикольно, супер. Так, куда нам дальше надо идти? В центральном блоке. Надо быстрее бежать. Иначе чувствую, Камале будет очень плохо. Честно, я хочу не только спасти Камалу, но и других людей. Надеюсь, я не опоздала. Надеюсь, надеюсь. Так, подожди. Со мной в прятки бесполезно. Вот и все. В программе «Побег из тюрьмы». Опачи. Давай, я не против, Наташа. Похоже, большинство уже перевезли. Хоть бы Камала была здесь. Внешний щит. Ого, нифига себе. Некоторые из бойцов роботов АИ умеют прикрываться дополнительным внешним щитом. Ого, спасибо. Думаю, все свалили. Мне еще не надоело. Наташа просто огонь. Я в день мстителей поел, конечно, ей, но не очень, ну мало. Тут прям вообще столько способностей, столько навыков. Блин, это вообще просто круто. А тебе надо апнуться, по-моему, а? Если я не ошибаюсь. Так, это у нас сводка. Ага, бунтовой. Бунтобот-ноживик. Бунтобот-ноживик. Просто бунтобот. Так, получится навыки. Давайте, ну-ка. Что же нам апнуть, а? Легкая атака.
Защита. Блин, я даже не знаю. Давайте вот эту штучку-дрючку апнем. Или особые. А, особые пока нельзя. Так, ладненько. Это у нас. Ага. Ладненько, это классная штучка. Так, а снаряжение? Только, блин, ближний бой, а так, по сути говоря, нифига. Ладненько. Увы, ничего такого больше нету, да, в принципе. Сводка, так, это получается у нас. Ого, чёмный протосинтоид. Ого, блиц, протосинтоид. Да нифига себе, сколько этих протосинтоидов, блин, а, существует. Так, это получается у нас что? Тут мы всех знаем, в принципе, да? Да. Ну все, погнали дальше. Бегите к лифту. Ага. Чика, блин, прикольный костюмчика. Тайм-аутов, трос. Тут, конечно, жизни, сука, умеет пополнять себе. Ну вот ты, ака. Очень сильный ты, ака, казался. Копирующий хрен. Достал, да? Так как ты достаешь, то потом. Так чтоб тебе даст. Сука. Блин, я сам попадаюсь в башка, а. Да блин, 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 блин. Садов упал. Вау-вау. Пошел ты. Давай, давай. Подавление. Адаптоид. Вот и все, адаптоид. Если у Тарлтона есть целая армия таких, то лучше не надо. Попробуй меня остановить. Говорю уже, попробуй. Это что, все? Зараза, что-то водное. Ого, ты штука, ты боик еще у него. У нас одна тварь. Остался последний. Кто следующий? Да откуда же вы берете этот плед? Я забыл, кто тут... И бомбасы, что бомбасы использовали. Ну блин, так все хорошо было. Ну почему? Блин, а. Честное слово скажу вам, очень обидно погибать на самом деле, а. Реально обидно. Так еще по-глупому, а. Эти классные пистолетики у Наташи, а. Я забыл после, как прием их использовать. Подкат, ну, в последнем виду. Прыжок, все такое. Забыл. Да что бы вашу метя.
остановить. Говорю же, попробуй. Это что, все? Так, подождите. Иди сюда. Как здорово, наконец, сорвать злость на Аим. Полностью с тобой согласен. Полностью. Следующий. Мило. Но отсюда выйдет только один из нас. Опять этот бунта хрен. Нужен оживика. А мы скелку-то нельзя использовал. Время идет. Надо открыть дверь. Ага, ага. Все, 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 понял тебя. Взламывать замки было куда проще. Бейте за... Ага, запорный механизм. Запорный механизм. Блин. Пойдите. В ангар? Окей. Я скажу вам, серия получилась бы покороче, если бы я не погиб бы 3 раза. Так нелепо, это пипец. Так, куда нам вообще? Агашки? Наташа, супер! Этот проход ведет к камерам нелюдей. Мы почти подошли. Подожди, Наташа. Опа. Опять в лаборатории Моники. Попалась. Танцовщица. С амплуа черной вдовы пришлось расстаться. Долго же ты соображала, а я-то думала, ты мозг этой операции. Верно. Приятно, когда тебя ценят. Ого, Наташа, чердова танцовщица. Тогда, может, расскажешь мне, чего добиваешься? Может, Тасмастер на это и повелся, но от меня подсказок не дождешься, Рома. Тогда рискну предложить. Вы с Джорджем используете нелюди для своих адаптоидов. Восстановительная формула не дает им умереть, пока вы выкачиваете их силы. Отчасти так. Но мои замыслы куда смелее. Заменить мстителей. Не все вертится вокруг вас. Да уж, у них разделозные планы. Мы ей сорвем их. Да чтоб ваш очень сильный падла. Да нелогично, конечно, я пошел. С ними сражаться, представьте, слабенький я. Да. Поэтому надо предлагать в кооперативе, чтобы прокачать супергероя. Дабы спокойненько ходить и не париться. Ты запарил уже, замораживаешь, я. Не-не-не, не вариант. Блин, опять же. Пожалуйста, никто, кто эту серию проходил, вообще эту игру сколько раз не погибал, блин. Так, просто чистый позор. Тогда, может, расскажешь мне, чего добиваешься? Блин, да. Может, Таскмастер на это и повелся, но от меня подсказок не дождешься, Рона. Тогда рискну предположить. Вы с Джорджем используете нелюди для своих адаптоидов. Восстановительная формула не дает им умереть, пока вы выкачиваете их силы. Отчасти так. Но мои замыслы куда смелее.
заменить мстителей. Не все вертится вокруг вас. Понятно. Власть, богатство и все остальное. Что, как не уворачиваться, я забыл уже. Есть. Беги, беги! Дайте сверху, а? Ты. Да вы ж сколько ж вас, а? Фига себе. Должно быть мирно, так ты успокойся, а? Помоги мне победить Монику. Мне явно перед этим не нравится, а? Ну давай. Кто кого? Ты перерался. Высший хрен моржовый. Получай, ублюдок, тварь. Как я в рифму, а? Смотри. Ты какой, а? Вот это было круто. Высокое напряжение. Ага, же более шоковый. Ого! Какое? В то же время, да? Чтоб тебя... Ну блин, это стало, честное слово, уже это не дать как-то погибать. Я понимаю немножечко там по разочков, но это уже перебор, а? Ну, Димка, ну почему ты такой слабачок-то, а? Неужели ты собраться не можешь, а? Люди смотрят на тебя и думают, блин, Дима, ну позор, а? А ты достал меня вот этой фигнёй, вот сейчас двое мы. Нет, двоих нереально одолеть, это перебор. Это уж перебор. Минус один пэк. Промазал, придурок. Давай, иди сюда. Главное ему голову солять, а? В принципе, это как каждому любому врагу. Почти, а? Да скажу только. Блин, каждый раз приходится за жизнями бегать, потому что еще слабый. Не хватает сил, так подождите. Так, стой. Снаряжение. Угу. Можно прокачать? Нет, тут у нас только один минус идет, блин, ё-моё, ну как так? Тоже минус? Вы серьезно, блин? Вы все только минус делаете, вы какого лешего? Получится должно быть плюс, а тут получится минус, а? Ну это, конечно, меня вообще удивляет, а? Блин, ладненько. Вот и один и опять же такой костюмчик, как у нас был. Будем менять. Может так получится победить. Так, а. Доставьте жизни пополнять свои, а. Чистого тваря. Так каким ты
Ну не будем, что ты блядь сквозь стенку еще можешь стрелять, а? Ты вся долбала. Вау, надо было использовать эту штучку-дючку, а? Штучки с навыком. Нервно-паралитический газ. Надо как-то его выключить. Да только как? Наташа, надо срочно вырубать. Иначе, блин, мне пипец будет. Моника, отличный костюм. Я уже сыта тобой по горло. Я еще не закончила. Где девочка, Моника? Ой, все не так просто. Куда вы увозите нелюдь? Безопасное место. Я не отдам тебе свои игрушки. Конечно. Люди для тебя игрушки. Нет, не игрушки, а благородные жертвы во имя высшего блага. Слова преступного гения. Еще не отрастила злодейские усики? Смейся. Все это я делала ради будущего человечества. Твои заключенные тоже человечество, Моника. Побочный ущерб неизбежен. Кому как не тебе это знать? Я уже слышала этот аргумент. В итоге это непременно гибнет. У тебя богатый опыт. Что это еще значит? Я не забыла День Мстителей. И я тоже. Достаточно людей уже погибло из-за Мстителей. Ущерб от вас колоссальный. Мир понял это в тот день. Вы нам больше не нужны. Видимо, нужны, раз ты держишь людей в клетках. Сильная тварь, а? Как же ты фигню против нее? Не используется. Что ты занимаешься? Вы твари сильные, а жизни нет у меня. Да ты шо, блин? Нифига себя я не знал. Не, это пиздец на самом деле, а. Жизнь, да, реально? Нет, я... Да все это пипец. Ну, это нереально было, понимаете, жизни нигде нет. Это, блин, силы слабые, мы пока еще не прокачали. Это я понимаю, почему люди в кооперативе играют, чтобы куда прокачать супергероев. Безопасное место. Я не отдам тебе свои игрушки. Конечно. Люди для тебя игрушки. Нет, не игрушки, а благородные жертвы во имя высшего блага. Слова преступного гения. Еще не отрастила злодейские мысли. Смейся. Все это я делаю ради будущего человечества. Твои заключенные тоже человечество. Побочный ущерб неизбежен. Кому как не тебе это знать. Я уже слышала это аргумент. В итоге это непременно гибнет. У тебя богатый опыт. Что это еще значит? Я не забыла День Мстителей. Я тоже! Достаточно людей уже погибло из-за Мстителей. Ущерб от вас колоссальный. Мир понял это в тот день. Вы нам больше не нужны. Видимо, нужны, раз ты держишь людей в клетках. Ха-ха!
ты, ё-моё. Это ж уже серьезно. Ты же никого было. Милая херня ты, а? Ничего, Моника. Наташа тебе устроила из кучки на девять. Ставишь чуть-чуть, чем тебе ставить, а? 5 лет я вела себя как паинька. Наконец-то я могу надрать тебе. Наташа, прости, что не получилось надрать задницу. Я реально хотел, чтобы ты надрала. Извини. Куда вы увозите, нелюди? Безопасное место. Я не отдам тебе свои игрушки. Конечно. Люди для тебя игрушки. Нет, не игрушки, а благородные жертвы во имя высшего блага. Слова преступного гения. Еще не отрастила злодейские усики? Смейся. Все это я делала ради будущего человечества. Твои заключенные тоже человечество, мой. Мощный ущерб неизбежен. Но как не тебе это знать? Я уже слышала это такое. В итоге кто-то непременно гибнет. У тебя богатый опыт. Что это еще значит? Я не забыла день мстителей. Я тоже! Достаточно людей уже погибло из-за мстителей. Ущерб от вас колоссальный. Мир понял это в тот день. Вы нам больше не нужны. Видимо, нужны, раз ты держишь людей в клетках. Иди сюда. Так откуда? Ага. Ой-ой-ой. Да, иди. Ушки-мышки, я передышки. Ой-ой. Давай сюда. Иди сюда, реально, тут стало. Так, а. Ну сюда, иди. Нет, это очень серьезно. Надеюсь, ты сдох. Или нет? Да ты же робот, ты сдохнешь. Очень правильно. Я так и думала. Так что очень нужно жизни. Подавление, мы же бежать не можем. Воу-воу-воу. Моника. Это очень опасная девица, да? Прям пипец такая опасная. Я ж тебя боюсь, блин. Ты достала, реально, в жизни просто нет, понимаете, приходится убегать, а. Я вообще не люблю бегать, честное слово. Таких вот только как это платье. Но порой, знаете, выбора нет. Не достало уже эту тварь убивать, уже честное слово, уже явно опять получается на час эта серия, блин, ну как так? Куда вы увозите, нелюдей? В безопасное место. Я не отдам тебе свои игрушки. Конечно, люди для тебя игрушки. Нет, не игрушки, а благородные жертвы во имя высшего блага. Слова преступного гения.
Еще не отрастила злодейские усики. Смейся. Все это я делала ради будущего человечества. Твои заключенные тоже человечество. Побочный ущерб неизбежен. Кому как не тебе это знать. Я уже слышала этот аргумент. В итоге кто-то непременно гибнет. У тебя богатый опыт. Что это еще значит? Я не забыла день мстителей. И я тоже. Достаточно людей уже погибли за мстителей. Ущерб от вас колоссальный. Мир понял это, что в тень. Вы нам больше не нужны. Видимо, нужны, раз ты держишь людей в клетках. Достали, мне уже перезарядки не хватает. Стой, подожди, подожди, подожди. Сейчас к маленьке фиф подойдет. Почему все горит, я не могу понять. Честное слово, блин, я не знаю, как тебя, в принципе, понял. И сюда, тварь. Да, иди. Ой, не работает. То, что я хотел, не сработало. О, наконец-таки. Сразу смылась, да, сука? А, ты так. 5 лет я вела себя как панька. Наконец-то я могу надрать тебе, сука. Чуть-чуть. Наконец-таки, ура, ура! Я победил эту суку Монику, а? Ты ответишь за это все. Куда ты могла увести нелюдей? Какая любопытная. Проклятье. Ты так просто не отделаешься. У нас тут особые гости. Свяжите ее. Она идет с нами. Кого подбросить? Наконец-то. Эй, девочку-подростка видел? Темные волосы, такого роста. Да, там, в камере. Но с нами она не пошла. Ладно, беги. Камала! Черная вдова? Что? Что вы здесь? Идем. Надо уходить. Я вернусь домой. В Джерси. И что я себе напридумывала? Я не герой. Тут полный квинжет людей, которые скажут иначе. Я потеряла контроль. Я теряю сознание.
Это провал. Слушай. Все делают ошибки. Если честно, в Джерси тоже был не мой звездный час. Танцовщица? Слушай, ты и так герой. Осталось убедить в этом само себя. Ладно, пора выбираться. Фу. Как ты? Простите. Я облажалась. Ничего. Может, ты пойдешь внутрь? Танцовщица? Рада тебя видеть, Брюс. Ну, как тебе это дерзкое спасение в последний момент? Соскучился по комплиментам, Тони. Встретимся на капитанском мостике. Мы застали Аим врасплох, и надо не упустить это преимущество. Ладно, ладно, любезности потом. Понял. 12-я часть под названием «Прекрасная черная вдова» завершена. Увидимся в новой серии. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Серия была очень классная, прикольная, интересная. Но увы, извините меня, что она получилась такая очень долгая. Правда, простите, я хотел сделать ее на полчаса, а получилось как всегда. Я такой лошарик.